Всем доброго времени суток, с вами очередной, уже 19-й по счету, обзор китайских болисонгов. На этот раз у меня в руках широко распространенная, впрочем, как и большинство китайцев, модель болисонга из Поднебесной. Но данный экземпляр прошел уже около полугода. Средний диапазон размеров, длина в сложном состоянии 131 мм. Рукояти бутербродного типа. Имеют деревянные вставки, крепящиеся к металлической основе с помощью клея и латунных заклепок. Достаточно надежно, если хлипать над кроватью. Снова состоящая из нескольких частей металлическая основа. Однако в случае с этой моделью, точечная сварка выполнена более качественно. Неподпружиненная защелка типа T-Latch, очень грубая и неаккуратно выполненная из легкого сплава. На новом ноже защелка крепилась на винт без втулки, закрученный напрямую в отверстие с резьбой. К слову, этот винт постоянно выкручивался, несмотря на любую фиксацию. Теперь же защелка крепится на заклепку, сделанную из гвоздя. Кстати, новый нож имел вот такую клипсу, которая крепилась на два винта. Винт защелки и винт нижней оси, вот здесь. Эти самые винты нижних осей очень мягкие, настолько, что шлиц под шестигранник на них попросту разболтался, потому пришлось их полностью заменить. Непосредственно винты основных осей за все это время разболтались совсем немного, при этом выкрутить их мне так и не удалось. С первого взгляда обычный клинок типа Drop Point, характерный для большинства китайских болисонгов, почему-то имеет дол только с одной стороны, плюсом обух клинка немного волнистый. У верхнего шпенька видна выштампованная надпись Stainless. Кстати о шпеньках. Через первые полчаса флиппинга один из шпеньков просто-напросто вылетел. В дальнейшем оба шпенька постоянно вылетали, пока не было решено их заменить на самодельные, выполненные из винтов. Для флиппинга данный болисонг вполне себе пригоден. Он достаточно удобно лежит в руке, даже несмотря на, казалось бы, выпирающие за основные габариты рукояти накладки. Ход рукоятей также достаточно плавный. Одна из рукоятей имеет средний люфт, другая минимальный. Однако, несмотря на достоинство ножа во флиппинге, рекомендовать данный болисонг к покупке очень и очень трудно из-за вышеописанных проблем с надежностью. Конечно, если вы имеете в своем распоряжении запас разнообразных винтов, среди которых можно подобрать замену винтам нижних осей и можете изготовить замену штатным шпенькам, то эта модель болисонга вам вполне подойдет.